6 цитаделей за бой, блин. Спасибо, блин. Нет. А чё ты без гапа? Ага, понятно. Все не туда поплыл. Не такие уж они железобетонные, скажем. Все зависит от того, как у тебя перки вкачаны. Вот же ж, етёна мадрёна. Блять, еще и высота сброса много играет. Еще и самолет поднял. Доберут его, нет, интересно мне. Да, блин. Тундр-то хорошо, да. Только я, блин, все промазал. Все. Да, и ушел, да. Да как тут никого нету. Помощи. С эсминцем, блин. Поторопился, она была оставить его в покое. А как вот там типа эти Леста говорит на сайте, типа Щербакова можно получить бесплатно. Ну, вот у меня 15 этих всего лишь жетонов лодки, блядь. Бесплатно. Лодка не говорила, что бесплатно ты его получишь. А до какого числа ты эта хрень длится? До среды. Я что-то стало с микрофоном передать Шиелис, то ли гнездо, что-то как-то, то ли что. Ну я сейчас, может, поеду куплю новый. Я уже поменял вот так и так, я не хочу. А что, ты решил не скидываться на него? А, все. Нормально. Штурмами я подозреваю, что да. Лети Вавика. Ты его там доберут уже вон. Да я в засвете учусь, а пиком как его. Ну, тут еще и Z-ка. Главное его посвятить. Я берег спахал за то. Плодородная почва будет расти, будет много.
Блин, а сколько у Москвы заметности? Смотря как прокачаешь, от 20 километров. От 20 и выше, в смысле? Ниже. От 14 до 20. 12,5 она прокачивается. 12,5. Ну, это если все в маскировку. Если уникалку поставишь, уже больше будет. А уникалку туда, Макс говорит, обязательно надо ставить. Ты что, взял Москву все-таки? Да не знаю, я вот думаю, что брать, Москву или Юшина. У меня Юшина нету, но на Москве ты будешь жить, ну, не знаю, минуты три в бою. Не очень долго, я тоже так предполагаю, потому что, блин, чтобы идти ТРЛС, надо ближе подходить, блядь. Совсем не обязательно. Но носом она танкует как бы прям нормально. А вот если... Вот. Но если... Вот лучше Салема возьми, чем Москву. Не надо Салема брать, прокачай Демойна, блядь, и успокойся. У меня Демойн прокачанный. Ну и все, тогда нахер тебе Салем, это то же самое, блядь, только с более... Салем и тот же Демойн. С длинной хилкой просто, блядь. Да, хилка получше, но РЛС короче. Тогда все-таки правда Юшу надо брать. Блядь. Не, ну можно Наполи второго взять, у меня есть черный. Будет так же, как он.